Всем привет, с вами Дмитрий Лосев. Сегодня у нас видеообзор о нашем лоте номер 2. Лот номер 2 это у нас норковая шубка. Расцветочка шубки Aqua Minerale. Очень красивый цвет, трендовый цвет сезона, легкие расцветочки. Давайте немножко пробежимся по модельке. Моделька у нас идет с воротничком. Воротничок в стиле Шанель. Стойка Шанель. Он и стоечкой, и открытый ворот в стиле Шанель. Плечики у нас регланчик. Аккуратненькие идут на спуск прям от воротничка. Моделька в поперечке. Поперечка здесь контрастирует со стриженной норочкой. Здесь стриженная норочка, здесь обычная норка. Мех очень теплый, зимний самец, как я уже говорил про другой лот, зимний самец. Мы работаем только с зимними самцами, потому что здесь подпух густая и длинная ось. В этой шубке вы не замерзете в любые морозы. Рукавчик 3/4, хорошо вам будет ходить в ней с перчаточками 3/4. Здесь оденете шарфик, башлычок, капюшончик. Шарфик, шапочку. Размерчик небольшой, это молодежечка. Нужно мерить. Она идет на 2 размерчика. Давайте посмотрим по цене. Что у нас по цене? По ценнику, значит, цена у нас указана 75 тысяч рублей за данный лот. 75 тысяч рублей. Этот лот мы предлагаем нашим подписчикам по спеццене. Сейчас я вас проинформирую. Специальная цена 55 тысяч рублей. За этот лот мы просим 55 тысяч рублей. Скидка, как видите, не маленькая. Данная шубка вас украсит и в прохладную погоду осень-весной, и в зимнее время. По спинке у нас аккуратненько все, здесь полосочки ровненькие, здесь полукруг, плечики регланчик, как я уже говорил. Снизу мы разместим маленький опросник, обязательно, если будет возможность, отметьтесь, понравилась ли вам модель, зайдете ли вы на примерку, или будете ждать следующий лот. Скачивайте, обязательно скачивайте купон с максимальным отжимом. Ссылка указана в описании к этому видео. И приобретайте наш товар со скидочкой. А данный лот вы можете приобрести, уже придя в наш магазин. Он у нас находится в наличии. Когда придете, обязательно сообщите. Дайте нам примерить лот номер 2. Или просто напишите мне в личные сообщения. И не забывайте одеваться по-модному в меховом.